Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям. Говоря о системе здравоохранения региона, он отметил, что в 2022 году будут сданы 23 новых объекта. Для медучреждений планируют закупить более 100 единиц тяжелой техники. Как отметила первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, в 2022 и 2023 годах продолжит развиваться и сфера здравоохранения Одинцовского округа. Новые объекты будут строиться в соответствии с наказами жителей муниципалитета. Серьезная работа в сфере была проделана в 2021-м, подчеркнул парламентарий.